самый громкий автомобиль Бугульмы у Андрея Титова. Это определили на зональном этапе Всероссийского чемпионата по автозвуку в Набережных Челнах. Чтобы принять участие в соревнованиях, хозяин машины прошел большой путь. Андрей – энтузиаст автозвукового спорта. Часами, днями, годами проникал в самую суть автоакустики. И вот он – победитель в самом сложном классе – бас-экстриме. Сила громкости в буфере – 144 дБ. В этот раз я поехал, за сезон провел большую работу. Помогали ребята с Мотосаунд Клаба Бугульма. Два брата мне помогали. Собрали машину. И в категории экстрим занял второе место. Самая высшая категория по звуковому давлению. Увидеть и услышать выступления бугульмицев на соревнованиях смогли и их земляки. Акустическая борьба шла между профессионалами своего дела. Бугульмицы смогли не только показать, но и доказать, что они владельцы лучших аудиосистем. Это соревнование, которое собрало самых, наверное, продвинутых спортсменов по Волжье. То есть, потому что было около 70 экипажей, которые приехали из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Уфы, Чебоксар, Оренбургской области. Пока у нас нет первого места, но третье и второе места, бронза и серебро, уже есть. Разобраться в автозвуке непросто, говорят специалисты. Это целая наука. Чтобы это понять, это надо услышать. Это не просто магнитола и две колонки. Даже когда стоишь рядом с автомобилем при включенной аудиосистеме, волосы становятся дыбом. Что уж говорить о мощности звука, находясь в салоне. Специалисты, которые создали эти шедевры, называют себя профи. Я вообще с детства занимаюсь автозвуком. То есть у меня такая любовь именно к ар-аудио. Сколько там дБ? Ну, по замеру 144,1. Но можно и побольше снять с них. То есть надо стараться как-то двигаться дальше. То есть планы большие? Ну да. За 150 с плюсом. Как минимум. Бугульминская команда Mad Sound Club в автозвуке не новичок. Каждый год участвуют в различных соревнованиях. Любители качественного и громкого автозвука совершенствуют свое мастерство и осваивают новые технологии. Приглашают заняться этим и бугульминцев для создания своего собственного автомобиля с домашним кинотеатром. Для того, чтобы вступить в нашу команду, нужно большое желание, нужно любить свой автомобиль, нужно ценить и любить качественную акустику, правильную качественный звук. В принципе, большого труда после этого не составит. Прийти к нам, зарегистрироваться. Я думаю, хватит уже бабушек по ночам беспокоить большим басом. Если кто-то готов представиться на большом давлении, нужно выезжать на соревнования и там показывать свою крутость. А пока спортсмены готовят автомобили к новым состязаниям и планируют провести аналогичные соревнования в Бугульме.